Подобные учения проводятся регулярно, в том числе и на территории Сочи. Оперативные службы отрабатывают схему своих действий на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера. Также в рабочем графике Александра Ткачева сегодня ряд встреч в администрации президента и Министерстве сельского хозяйства страны. Со специалистами федеральных структур глава региона обсудил предварительные итоги жатвы в Краснодарском крае, а также дополнительные меры поддержки кубанских аграриев. Они касаются дотаций на приобретение ГСМ и развития отрасли животноводства. Редактор